Hola amigos, я решил дать второй шанс этому дерьму. Кинокомпания. Блять, фантазия кончилась, ладно. Еще одна попытка зриснуть отсюда. Черт бы порвал, 60 гигагерцевый рендер. Ухудшение. Непрерываемое. А что это? Я уже. А пошел в жопу. Прыгай, дура, блядь, прыгай! Нахуй ты его притащила сюда, дура, блин. А, ну он бздит. Он бздит сюда идти. Пошли. О боже, у меня жизни нету. А, мать твою. Ни хрена, я его ножом зарезала. Слушайте, а если бы в Dark Souls вот так вот ножом персонаж махал, я, блин, гораздо проще прошел бы эту игру. Ребекка, мать твою, чё ты не... не обращайте внимания, просто скачал один старый фильм посмотреть, и по зоопарке забыл посмотреть озвучку, и наткнулся на моего любимого... переводчика, мать твою, сука! Ай, блин, господи, не, на выбор был второй, который такой же примерно, только в нос говорит. Вот же люди на этом деньги делали, а? Это ж первые про-пираты. Про слово про пидоры, наверное, потому что я не знаю вообще, к какому человеку могло прийти в голову. Санта Лучия, надо сваливать. Какому человеку пришел в голову озвучивать свое дерьмо вот таким вот голосом? О-о-о. А что же вы тут? Ёбда. Бежим, Шерри. Надеюсь, ее сейчас... Нет, ее пиздят исправно и бесперерывно, но я просто думал, что ее сейчас ударом закинут еще и на пике. Кого это распяли? Гадость. Давай обратно включим, пусть его придавят. Так они здесь людей пытали, ты думаешь, вот это пытка? То-то, я смотрю, вот запытали до смерти. Я думаю, они здесь людей казнили. Казнили и пугали. Пугали, пока они начинали мутировать, а когда они мутировали, их казнили. Мать твою. О, господи, Эрнесто, что ты здесь делаешь? Это не то, что ты думаешь, мать твою. В глаза ему свети. На, блядь. Я тебе хуй отрежу, понял? Он уже мой наполовину. Свети в него, дура, блядь. Пиздец, меня завалили, походу, нет. Нахуй иди. О боже, Джессика! Ай, господи, это бесполезная напарница, это просто жопа, она вообще ничего не делает, она даже в глаза им не светит. А у меня нету патронов. А, вот он, сохранение, это здесь, я лучше за нее буду играть, у нее, поверьте, она сильнее в рукопашной, чем, как там эту вторую зовут? Забыл, Клэр. Ой, ломиком приласкало. Видите, я догадался, что сделать. Компьютерный интеллект не догадался сделать такую фишку. Второго ублюдка что-то здесь нету. Ну да ладно. На шестеренку все равно вот эта баба вставляет. Отлично. Слышите эту сирену? Мы тонем. Мы на корабле и мы тонем. О боже. О господи. Сейчас, держись, я сейчас все. Не, мне кажется, я нахуй не пройду это говно. Нам надо бежать, мать его, отсюда. Ой, здравствуйте. Что-то мне подсказывает, что вот этому товарищу в глаза-то светить вообще бесполезно. Отъебитесь. Бежим! Каждый сам за себя! Езди зашкериться. О, блядь. По лицу не бейте, пацаны. Прыгай, дура, блядь, она не прыгает.
Я помогаю тебе дружеским светом, лучами добра. Мы будем на зло отвечать лучами добра. О боже. Он тебе здесь поставил засос. Поебалу, поебалу. Ай, мать твою. Там к тебе пришли. Иди встречай. А мне дай нахуй спуститься отсюда. Давай, хотя бы ёбнись вниз есть. Хотя я сделал. Она хотя бы после смерти она добилась того, чего заслуживала. А, я еще могу ее спасти. Отъебитесь, пацаны. А, миссия... Миссия спасатель. Я их отвлекаю. Вставай. Руки вверх. Стреля... А, о, они догадались разделиться. Что, вот этого в моих планах не было. Приголубили. А, как тяжело играть в игру, в которой вообще нету патронов. Да еще и на сложности. Но мне нравится этот вызов. Охуительно. Супер, блять. Ну-ка, выйди из комнаты. Так, а если я апгрейдну свое оружие, оно, а может оно будет холостыми пулять? Скорострельность к ружью. Нахуй не надо. А если я вот сюда скорострельность поставлю, это будет бомба, я считаю. Я считаю, что это будет подтвердить, Филис. Я считаю, что в нем после апгрейда должны появиться патроны. Пистолет МПМ. Маленький пистолет Макарова, что ли? А, нет, патронов не появилось. А, против меня толпа зомби. Мать его, как играть в эту игру? Какое-то говно. Отлично, кувырок не сработал. Хуярь его, ебаш! Ногами ебаш! Готов, пассажир. А, может поставим пару минных растяжек? Ты же спецназ, ты должна. Патроны, господи, патроны. 5 штук патронов к пистолету. Богу нравится, как я танцую. Иначе бы он не послал мне патронов. Ему нравится, как я пою. Заряжай нашу пушку смерти. А, я понял. Она еще должна их отдать. Для этого надо нажать Т. Выбрать это... Передать. Вот автоматом же нельзя распределять вещи. 5 патронов. Ну все, суки. Давайте по одному. По одному, кто самый смелый. Давайте, сейчас я всех уважу. Угощу из своего шумного сверчка. Кто хочет свежего тела? Жри пули, сука! Готов. Второго в глаз. Ты дура, чё ты стоишь, блядь, крути. Господи, на нас чупакабра напала. Давай в рукопашную, блядь, за сука, за морфлот, нахуй. О, блядь. Лечись, дура, лечись. Вы слышали этот звук? Это она шептуна предсмертного пустила. Это ни в коем случае не лечение, потому что лечение не успело сработать. А, можно сложность понизить. А надо понизить. Надо понизить. А, в игре результаты привязаны к самому низкому уровню. Не сужается. Какие нахуй писки лидеров, блядь? Нужны мне ваши писки лидеров? У меня своя есть. Все. Давай. Может вообще на лайт поставить? Все. Сейчас. Сейчас. На следующей сложности, я уверен. Я уверен, мы затащим эту херню. Я только не знаю, пирамида Хэт хотя бы смертный становится на этой сложности. Так, ты с фонариком. Я думаю, если посветить еще где-нибудь, может мы еще 5 патронов найдем, и тогда у нас будет уже 10, мать его, патронов. Твою мать, нам нужны патроны где-нибудь, сука. О, я уверен, что вот в этой книжке между страниц можно найти патронов. Отрывок из рассказа Кафки в исправительной колонии. Пацаны, вы любите Кафку? Греф не будет. Путник спросил, он не знает собственный приговор. Офицер ответил, сообщать ему его бесполезно. Он ощутит его на своем теле. Бис! Браво! Охуеть, неужели люди когда-то велись на такое дерьмо? Так, здесь за поворотом один пацанчик, мы его все помним. Он уже заеб.
Этот Стёп меня заёб... Оу. Получи за нашу девственность, сука. Отпижен был, просто же. Оп, патроны. О, у нас уже 10 патронов, мать твою. Смотрите, а ей не нравится, когда я в ебло свечу, да? Ну еще бы кому бы это понравилось, да? С другой стороны. А, о, 2 патрона к ружбайке. Ты посмотри, какие праздники. А вот компьютер сам ничего не ищет. Вот вы понимаете? Вы понимаете? Понимаете, блин? Что надо играть не бабой с оружием, а бабой с фонариком. И тогда, вот тогда. И тогда наверняка. А может и нихуя не будет, не знаю. А, ну что, сучьи дети, давайте первых двоих сейчас ухлопаю из берданки, остальных добью из пистолета. В темпах Рэмбо. Давай, давай, иди, поворачивай, поворачивай руль. Свободен. Не надо тут свои уши закрывать, надо... Хорошо, что у меня было ружье, потому что, мне кажется, я должен был промахнуться. Я ему сейчас хуй отстрелю. Нас, по крайней мере, не выебут. Ах ты. Хуясь, он выпрыгнул. А, они и так умеют. Вот это комбо, мать твою. Вы умерли. Хорошо. Еще попытка. Сейчас я уверен. Сейчас я разберусь. А, тут надо, главное, понять. Ради, надо врубаться. Врубаться надо. Так, надо вот эту дуру поменять. Оп, смотрите. Пошла нахуй отсюда. 5 патронов к пистолету. Они появляются там, где их раньше не было, потому что игра меня уже жалеет. Она видит, что или так, или нихуя вообще. Поэтому говорит, дай-ка прогнусь, патронов ему подсыплю. Хватит уже. У ворот, что ли, поюзать? Мы его просто отмудошили. Отмудошили эту падлу. А где еще были патроны, а? Такое ощущение, что здесь, знаете, пилу игру на выживание, блин, проводили. И забыли убрать свои эти хреновины отсюда. Так. Опять передача. Торжественная передача патронов. Передать. Получай, передастка. Заряжаем. Орудие возмездия и смерти. Давай, давай, отлично, что-то заработало. Опять эта заставка. Любимая всеми, блядь, не скипает, с которой ни херашечки. Уже какой раз ее смотрю, я уже их число на память их знаю, сколько их бежит сюда. Пошел в жопу. О, а этого в рукопашную давай замочарим. Заебал он так делать, да ёбаный пиздец. И вы знаете таки, что я сделал? Я взял и перепрошел главу. Теперь у меня очень много патронов. Теперь я эту котлу сейчас ушатаю вообще просто в хлам. Я смотрю, что пули из моего пистолета не обладают останавливающим эффектом, потому что... Он как летел в мою сторону, так благополучно и долетел. То есть даже речь не идет о том, чтобы отбросить его к чертовой матери от меня. То есть реагируй на изменение дорожной ситуации, не реагируй, все равно втащат. Снова смотрим эту заставку, но сейчас я развалю эту кодлу, я ее искореню полностью нахрен. А я не знаю даже, что их ждет. Самая сложность это вот за эту дуру, блин, включиться. Ой, а что это такое? А, это говно вертится. А почему мне никто не сказал об этом? Пошла в жопу от меня.
А мы видим, что когда компьютер попадает в огонь, он как бы не дохнет и не собирается. Как его дробовиком закинуло. Тут где-то детали, я видел, стояли на крутяшке. Они стояли, стояли и взорвались. Ну что ж, я все равно это правильно сделал, что я перепрошел, потому что драться с ними здесь все равно приходится. И она... Я не могу успеть за двух персонажей сразу и открывать вентиль, держать эту толпу, а потом еще поворачивать, учитывая, что когда переключаешься на другого персонажа, предыдущий портит тебе все планы, бежит тебе навстречу. Все такое прочее. Ну давайте, петухи, подходите, че вы. Посмотрим, насколько они умные. Оу. Они более живучие, чем я думал. Может, а вы вдвоем попробуете? У одной что-то вообще не получается. Сука, вот сдохну, но плюху дам, да? Похер, что горишь, надо подбежать, леща вломануть, нахуй, перед смертью прощального, ёп. Вот это зомби. Даже не зомби, это какие-то мутанты. Как можно эту игру называть Resident Evil? Все, побег из Шоушенка состоялся, пошли. Сказала бедная душа. Это тёлка говорит. Я думаю, что это... Вон та подружка Вескера, наверное, из пятой части. Страху нужны зрители. Какие у нее колготосы мощные, юбка классная. Ноги кончились, шортики ток-ток начались. Сейчас, это важные разговоры. Заставки разговора в этой игре даже не думают скипаться. Вообще даже нет такого варианта. А, они все, они поговорили. Мне просто надо включиться срочно на фонарик и поискать чего-нибудь. Я сказал, что это отстойная идея в прошлой части, этот сканер видео, всяких улик. Но он просто меркнет по сравнению с отстойностью управления двумя персонажами, второй из которых нужен только ради фонарика, чтобы что-то искать. И ведет себя неадекватно и вообще тупо. Это такая хренотень, господи, Капком, что ты делаешь? Остановись, куда ты катишься? Прекрати выпускать свой сраный Street Fighter. Придумай что-нибудь новое, твою мать. Хотя даже если капкомовский ветеран и дед, какого там, этот, короче, крендель, который Resident Evil, в принципе, придумал, скатился в такое лютое говно, как Evil Within, чего ж тут удивляться. Да и заебала камера дергаться во время спринта, вообще не круто. Ой, моя любимая хренотень, это взлом. Я случайно, кажется, понял, как это работает. Все равно еле-еле попал. Спасибо, что вообще попал. Так, войдем в гараж. Хрен, мы не войдем в гараж. Нам кто-то свой москвич, блядь, 412 закрыл. Сейчас кто-то полетит, походу. Надо было сначала тёлку полегче пропустить. Под твоей жирной жопой доски быстрее сломались бы. Но этой игре пофигу на логику. Доски сломались под девочкой, которая весит 30 килограмм. Сраный Голливуд. Она не сказала сраный Голливуд, она кого-то нахрен послала. Это Клэр теперь как вампир света шугается. А Барри пусть меня взад поцелует. Да, я... Так, может, Барри не против твою сочную жопку поцеловать? Тоже мне проклятие. Так, ну ты с фонариком, что тут есть? Давай, надо патроны уже найти какие-нибудь. Ты вообще не оправдываешь свое существование в этой игре, ты порожняковая девка какая-то. Лучше бы это ходила второй рукой, блин. Одной рукой стреляла из обреза, второй рукой зажигалкой чиркала, чтобы что-нибудь видеть. Так, модификатор быстрое заряжание, уровень первый. Но я думаю, это тоже надо в дробовик, потому что дробовик перезаряжается явно дольше пистолета, явно чаще, чем пистолет. И пистолет просто беспонтовый. Так, ну я думаю, что здесь-то мы сейчас найдем что-нибудь блестящее.
Например, нихуя. Блестящая нихерашеньки. Шлеп. Да, ничего здесь нету. Обалдеть, спасибо за лут. Вандализм! Сука. На совесть стекло сделали. Не бьется. So? No, it's dead. Эх, не быть вам радиодиджеями, да? You stay here. I'm gonna go check it out. О, ну правильно, я ж в Dying Light не наладился по вышкам. Твою мать, опять наверх. А, она сама залезла. Наслаждаемся мультиком, но... Пыхтит, как на мужике, офигею. Как на вялом мужике, я бы сказал. Зачем тут такие громкоговорители? Right. Это вышка мегафона, наверное. My name is Moira Burton. Moira Burton. А та была Moira Harper. Ну, Хелена-то Харпер. А может, Moira женилась на ком-то? Может, Барри Бёртон? Хрен поймешь, это Санта-Барбара. One more time. My name is Moira. Моя... Меня зовут Moira Burton, и вы слушаете радио «Хиты каменного века». Что? О божечки, мы на острове. Ужас. Хорошо. Консервный нож, 1000 бонусов. Смертоносная парочка, очень хорошо. Сетевое подключение нету, потому что это пиратка. Не удалось выиграть список лидеров. Повтори попытку, спасибо, нет. Точность 80%, повторных попыток 1. Ну, конечно, 21, я согласен. Далее. Используйте полученные в компании бонусные очки для приобретения навыков в меню настройки навыков. Обалдеть. Ну, хоть что-то не поменялось. Настройки навыков. Давай-ка, мочкани. Йо, что дай? У меня у Dark Avenger меньше скиллов было. Швыряние. Быстрое лечение. Сила в приседе. Усиление огневой мощи при приседании. Я чё, ёбу дал? Нахрен, ну надо. Усиление огневой мощи при первом выстреле после смены оружия. Хуйня какая-то. Это провоцирует туда-сюда щелкать пушки. Усиление силы атаки монтировкой Moira. Зашибись. Эй. А здесь чё? Усиливает силу атаки кирпичом у Натальи и облегчает ей оглушение врагов. Это что за Наталья с кирпичом? Очень интересно. Что? Вдвое сокращает время спасения партнера. Да, нормально. Повышение силы атаки на 10% для всех атак в течение 5 секунд после переключения персонажа. О, да. Будем щелкать туда-сюда персонажей. Чушь какая-то, что это я прокачал? Во время уклона врагам труднее попасть. Классно. Польза от приседа. При приседании дается временная неуязвимость. Ебать! Я понял, что теперь я буду стрелять и драться сидя. Атака рывки, нахер атака рывки. Сокращаем время решения, да-да-да. О, не, во. Шикарно. Все, я готов. Продолжаем. Далее. Лишь слово, лишь просьба, лишь движение воздуха, лишь признак того, что ты еще жив. Причем на этом острове видно след от падения метеорита. А это кто на буксирчике? Это новый персонаж, похож на Лыкова из улицы разбитых фонарей, только нос на лапу длиннее сделал. Это ее батька, походу, приплыл. Батька Хелены Харпер.
если это та Мойра. Но Мойра достаточно редкое имя, мне кажется, я кроме как в этой игре ни одной Мойры не видел. Надо Задорнову написать, я уверен, он расшифрует это имя. Мойра, моющая бога будет. Или как там? А, Ра это... Этого, да, или что-то типа того. Так, а этот без напарника, этот в жало будет играть. Сам себе свечу, сам себе пищ-пищ. Нет, ну ты посмотри. С ним в напарниках будет девочка из семейки Адамс. Ну, похоже. Нет, это вообще какая-то Маруся. Откуда здесь русская девочка? Нет, она не русская немножко. Она немножко анимешная. То есть компания за овечек закончилась, да? Я правильно понял, что вся игра будет в этой тюрьме? Узнаем об этом в следующей серии.